Всем привет! Сегодня в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой «Умная ширинка», «Робот Федор» и «Антипиратская школа». Подробности далее. Итак, в мире. В США придумали умную ширинку Naughty Fly, которая всегда напомнит хозяину о том, что ее надо застегнуть. Застежка благодаря гибкой печатной плате, спрятанной в брюке, активируется при расстегивании пуговицы. Когда пуговица будет застегнута вновь, молния проверит положение замка, и если он окажется в расстегнутом положении, Naughty Fly немедленно отправит на подключенный с помощью Bluetooth смартфон напоминание застегнуть ширинку. Но что еще лучше, дизайн технологичных брюк ничем не отличается от обычных повседневных штанов, ведь все компоненты технологии скрыты от внешнего мира. А в России магнитогорские ученые создали робота-аватара по имени Федор. Робот умеет ходить, управлять автомобилем, резать сваркой металл. Кроме того, он умеет работать в супервизорном режиме, то есть копировать все движения человека. Оператор в специальном костюме видит и слышит все, что видит и слышит робот. Снятые костюмом данные передаются системе управления, робот в точности повторяет все движения человека. Уже в 2016 году Федор сможет выполнять часть обязанностей спасателя или сотрудника антитеррористического подразделения, например, входить в горящие здания и доставать взрывчатку из заминированных автомобилей. И напоследок в Татарстане. В период с 4 по 15 июля 2016 года на базе Казанского федерального университета пройдет летняя школа по интеллектуальной собственности. Слушателям прочтут лекции известные российские и иностранные специалисты в области интеллектуальной собственности. Программа включает деловые игры, мастер-классы, групповые дискуссии. Предусмотрена культурная программа. К участию в летней школе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты вузов, а также специалисты в различных сферах деятельности. Участникам школы, успешно завершившим обучение, будет выдано свидетельство удостоверенное печатями ВОЭС и Роспатента. А на этом все.